Наступил тот день, когда Кен решил сделать Барби большой сюрприз. И это был огромный дом с мебелью. И мебели было так много, что он решил позвать на помощь Райана. Алло, привет, Райан. Ты мне срочно нужен. Привет, Кен, но я занят и пишу новую музыку. Оставь свою музыку и приезжай ко мне. Я тебя жду. Ладно, сейчас буду. Так, пока Райан появится, я могу кое-какие вещи уже отнести в дом. И заодно проверю, как работает лифт. Конечно же, Кен не мог сидеть сложа руки, и пока Райан ехал, он продолжал обустраивать дом. Привет, дружище! Привет, артист! Еле-еле нашел этот адрес. Я и не видел в этом районе такого классного дома. Это мой подарок для Барби, и ты первый, кто об этом узнал. И ты меня позвал, чтобы это сказать? Нет, позвал я тебя для того, чтобы ты помог мне мебель наверх занести. Ведь ты тоже любишь делать сюрпризы для Барби. Кен, как ты мог? Ведь я же музыкант, а не грузчик. У меня потом будут руки дрожать, и я играть не смогу. В это время, ничего не подозревая, Барби, Саммер и Скипер ездили по улицам Малибу. Смотрите, там появился чей-то новый дом. Да, такой большой, повезло же кому-то. Ой, да там же Кен и Райан что-то носят. Они что, здесь подрабатывают? Кен, Барби едет. Что будем делать? Так, не поворачивайся. Делай вид, что мы их не видим. Давайте остановимся. Мальчишки, привет! Что вы тут делаете? Привет! Мы тут... Да так, вещички переносим. Давай-давай, Райан, побыстрее. Мы тогда машину припаркуем и сейчас к вам подойдем. Нужно все-таки выяснить, чем они там занимаются? Ну ладно, Кен, пошли, а то у меня уже руки вытягиваются. Так, Райан, давай ты на третий этаж с диваном, а я поговорю с девчонками. Ух, терпеть не могу тяжести и всякие лифты. Кен, я уже все сделал. Помогите, кто-нибудь, мама! Райан, я внизу, не паникуй. Если что, я тебя словлю. Помогите! Какой же красивый этот дом! В розовом цвете. А смотрите, какой он высокий! Как огромный замок! Интересно, дом новый, кто же здесь тогда поселился? Знаю только одно, что о таком доме мечтает любая пластиковая кукла. Кен, как у вас тут дела? А где Райан? Мы тут пообщаться с вами пришли и кое-что выяснить. Райан здесь. Просто он сейчас немного занят. На лифте висит. Висит? О-о-о! Мама, помогите кто-нибудь! Помогите! Кто-нибудь, мама! Я уже не могу удержаться! Опа! Это было ужасно! Я никогда больше не буду кататься на этих лифтах! Ничего, Райан, ты привыкнешь и все пройдет, а ты не такой уж и тяжелый. Я вешу аж целых 200 грамм, и хватит держать меня, отпусти! Пожалуйста! Пока наши герои успокаивали Райана, Барби решила разузнать все о доме у Кена. Кен, ты можешь поделиться со мной, чей это дом? Я хотел для тебя сделать сюрприз. И вынужден признаться, это твой дом. Этот дом мой? Кен, ты лучший в мире у меня парень. Это же самая огромная моя мечта. Девчонки, это мой дом. Барби, поздравляю. Теперь мы будем устраивать вечеринки и собирать друзей со всего Малибу. Скипер, Скипер, ты слышала? На-на-на-на-на-на-на-на-на. Меня кто-то звал?
Я что-то пропустила? Скипер, у твоей сестры появился новый дом. И вот он перед нами. Это уже интересненько. Новый дом у Барби? Круто! Я бы тоже хотела в таком жить. Тогда будешь приезжать в гости почаще. Девчонки, мне уже не терпится посмотреть свою новую кухню. А я бы хотела рассмотреть все повыше. Окей, тогда я буду на втором этаже. Надеюсь, после падения Райана лифт будет работать. Тогда быстрее разбегаемся по комнатам. Это будет моя кухня. Все новенькое. Духовка, посудомойка и холодильник есть. Какая огромная комната! Есть умывальник, похоже на ванную. Барби, у тебя такая большая ванная комната! Третий этаж оказался уютнее, чем я предполагала. Телевизор. А спальня с балдахином. Вот это красота! Итак, холодильник у нас пустой. Его нужно чем-нибудь заполнить. Зачем нам полный? Я и пиццей могу обойтись. Пицца? В пицце очень много калорий. Лучше фрукты купить или овощи. Согласна. Тогда давайте поедем в магазин и закупимся продуктами. Не забывайте, что парни не наедятся вашими фруктами и овощами. Им нужно мясо. Вы обе правы. Мы купим все, что нужно. Ребята, а вы куда? Мы что, не в ту сторону идем? Райан, поворачивай. Да не так сильно. Надеюсь, ты сам справишься, а то я уже сегодня накатался. Вы что, куда-то уходите? Мы съездим в магазин и вернемся. Вы уже, наверное, проголодались. Мы быстренько привезем вам покушать. Да, было бы неплохо что-то положить в животик. Вот и отличненько. Тогда мы скоро будем. Окей. Надеюсь, до нашего приезда с вами ничего не случится. Пока Барби, Скипер и Саммер ездили за покупками, ребята продолжали благоустраивать дом, устанавливая мебель на свои места. Кен, я падаю! Райан, держи унитаз!